концерт, на котором можно почувствовать мир через музыку. В день Белой Трости на сцене районной библиотеки выступил Рустам Каблахов. Незрячий с рождения баянист стал для слушателей проводником в страну звуков. Вместе с ним гидами выступили его коллеги-музыканты Ксения Крутова и Дарья Уляшина, с которыми у Рустама сложился коллектив Сашки-Наташки. Хочется как никогда раньше вложить всю свою душу в то, чтобы люди услышали через звуки то, что мы хотим им донести. Рустам неоднократно становился героем наших сюжетов. Недавно он был удостоен стипендии президента Российской Федерации. Много лет занимается музыкой, преподает в Центре культуры совхоза имени Ленина, играет на 5 различных музыкальных инструментах и планирует осваивать новые. У него все получается, и мы, родители, во всем его поддерживаем. Сейчас очень нравится ему гобой, духовой инструмент. Если у него получится, если он захочет, мы для него сделаем. Будет у него инструмент и все. Вот он до сих пор, он ищет и находит что-то новое для себя. Концерт продолжался около 1,5 часов. Со сцены звучали задорные народные песни, спокойные баллады и даже популярные музыкальные композиции в неожиданной аранжировке. Главное быть сосредоточенным на музыке и при этом ее передавать каким-то образом зрителю. Сегодня, наверное, заметили на концерте, когда я играл вот инструментальное попурри, там было небольшое замедление с раскачкой. Действительно, было слышно, что публика поддерживает, хлопает. Это было приятно. Мы живем в мире, полном различных звуков, но часто не обращаем на них никакого внимания. Для Рустама музыка – один из способов увидеть мир и подарить ему свои эмоции и знания. Александра Столярова, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ.